Привет, меня зовут Эд, и сегодня я записываю для вас несколько видео на тему житейские хитрости и фишки для вашего дома. Чтобы ваши пироги впоследствии были высокие, пушистые, многие хозяйки применяют, конечно же, куриное яйцо. Но особенно молодежь не знает такого маленького секрета, что вбивать в тесто необходимо не все яйцо, а именно желтки. Отделите белки от желтков и применяйте для этих целей только яичные желтки. Вбивайте, и тогда ваши пироги будут рассыпчатые, пышные и высокие. Спасибо за внимание, смотрите и другие мои секреты для кухни и дальше. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему дому.